культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло награждение старост, которые за время обучения смогли проявить себя лучшим образом. На нем благодарственные грамоты вручили отличившимся старостам разных институтов, которые лучше всех выполнили свою работу. В рамках работы мы на сегодняшний день отдельно вот сделали собрание для старост и для представителей, потому что понимаем, что некоторых старост нет, именно старших выпускных курсов, потому что здесь, на наш взгляд, необходима уже та информация, которая нужна для тех студентов, которые будут в этом году выпускаться. Это связано с тем, как будет проходить их и заканчиваться образовательный процесс, как получить, оформить обходной лист и получить диплом, как для них организовано проживание в общежитии, какие возможности для них остаются, как для выпускников университета в этом году. После награждения прошла небольшая лекция по вопросам будущего студента. В рамках форума были собраны старосты и студенты выпускных курсов для обсуждения дальнейшего пути их образования и возможностей как выпускников вуза. Мои главные итоги года, что я построил взаимоотношения с группой, с преподавателями и продолжаю работать в том направлении, которым я, собственно, работаю, а именно артикуляция интересов между группой и преподавательским составом, и даже институтом университета. Ну, вообще, как мы поняли, нас позвали здесь специально именно выпускные курсы, чтобы проинформировать нас о нашем выпуске, в целом каких-то моментах, которые нужны выпускникам. Кроме того, награждение сопровождалось небольшой лекцией, где старостам академических групп рассказывали о важности их роли в учебном процессе. Также поднимался вопрос о возможности поступления в магистратуру на различные направления. По итогам форума студентам предоставили возможность задать интересующие их вопросы. Тимур Симонов, Елизавета Газизянова, Фарид Захит Оглы, Универ Ньюс.